Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, и это Days Gone. Я прям каждый раз наслаждаюсь каждым моментом, когда... Я просто записываю ее последнюю. У меня там две игры, и потом я записываю эту игру. И я прям так кайфую, когда я начинаю в нее играть. Это просто... Ну, она очень атмосферная, очень кайфовая. Так, нам сейчас нужно вот эти две штуки залутать. С этой, я думаю, мы как раз таки и начнем. Блокпост Нейра, объект исследований. Но это не последний объект исследований, кстати. Еще один где-то есть. Где-то, я думаю, где он там, где еще маленький кусочек карты скрыт. Скорее всего, там. Тихо, тихо, мужики, тихо. Кстати, когда привыкаешь к управлению байком, оно кажется вполне-таки нормальным. Но пока ты не привык к нему, это пипец. Вот когда мне первый раз дали порулить в самом начале, я вообще охерел. Извините, извините, мне я там по делам. Извините. Ну осторожно, ну куда ж вы? Ужас какой. Куда ж они прям под колеса прыгают? Не-не, меня дальше, извините. Мне ехать надо. Значит, он за кладбищем? А он за кладбищем дальше по дороге. Окей. Вообще кто-то есть? Как будто я кого-то слышу. А я сюда перейду, я сюда, да, сюда доехал. Я их слышу. Они жрут кого-то толпой сидят. Че, типа закрыто, да? Ну вот то, что они нет, это плохо. Бензинчик, хорошо. Что вам тут надо, а? Если откатить этот грузовик. То грузовик откатится, да? Тихо. Еще трофеи. А ну-ка дайте ко мне вот эту штучку. Ой! Ой!
Тише. 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 Вот так. Вот так? Ну, вот раз так, тогда ладно. Так, а где еще сразу эти, блядь, громкоговорители все ебаные? Ага, вот еще один. Еще есть где-то? Еще как будто бы вот здесь на дереве где-то. Вам тут не имеет совсем, я не понимаю. Тише. Вам что тут неодом намазано? Чего вы все сюда претесь, суки? Все, есть. Так, где я видел бензин? Где-то... Где-то здесь? Или здесь где-то? Подожди. А где я бензин видел? Внутри? Нет, снаружи где-то. Подожди, только что ж видел где-то бензин. Во-первых, давай байк подгоним, да, чуть-чуть. Потуши ты свою фару сраную. Подожди, бензин только что видел, нет? Буквально я здесь такой шел. Такой, о, бензин. А где это было, о, бензин? Блять, что-то я туплю. А, вот, о, бензин. Бензин. Не бензин, а о, бензин. Ты что тупишь? Давай сразу Харлей свой заправим. Вот так. И никак иначе. Хорошо. И, а, подожди, стой. А тут я уничтожил эту штучку, да? По идее, больше нигде быть, значит, их не должно. Заводи. Ну вот, порядок. Да. Да, все сломал. Казалось, что я зря старался. А не должен же, чё ты? Ну вот, здесь есть ништячок. Сейчас мы тебе хпшечку еще вкинем. Инъектор? Крутые у Нера штуки. Я думаю, хпшечку до 200 догоним, и пока хватит. Оп. Попробуем. Ну все, кайфанули. Так, и нам нужна ночь. Прилягу ненадолго. Сейчас будет рассвет, нам нужна ночь, потому что я думаю, мы опять туда в пещеру пойдем. Днем они спят, ночью они выходят, так что нам нужна ночь. Вот, да. Не! Бля. Нет, днем спать. Спать днем еще раз. Дикон. Придется подольше поспать, братишка. Ты уж извиняй. Еще раз спать. Передохну чуток. Ну, придется. Да. Вот, ночью. Теперь погнали. Можно снова в бой. О, запись. Регистратор. Эй,
снаряды! Мы закрываем дорогу! Кто-то должен остановить эту чуму! Отойдите! Поберегись! Ложись! Ложись! Что за кипиш? Дешевское получение. Да-да, эта девчонка Лиза говорила, пойдут через Мэрион Форкс. И куда же они все делись? Не знаю. Ой! Кончились у нас эти, да? Так, ну, поехали к последнему объекту Нейра. Так сказать, не спеша. А, я, кажется, понял, где они. Ну да. Так, мне бы... А у меня нет глушителя. Это супер херово. Да сука, ты как, блядь, это сделал? Да как вы, блядь, меня увидели? Вы чё, твари? Нет. Ну вас нахер. Ладно, посидим, подождем. У меня глушака просто ни на что нету. Это очень херово. Их тут много не должно. Да? Мрази. Вот уроды, а. Основная масса вроде ушла по своим фрикским делам. А чё их тут так много трупиков?
Блин, страшно, если честно. Еще один маячок. В пещере. Наверху, да? Я понял, не по той дороге пошел. Вроде никого нету. Это хорошо. Вот он. Похоже, он тут уже дал. Еще один регистратор. Да. Заметка номер 701. Это вторая экспедиция в систему пещер Хайдеза. Кодовое обозначение сектор 15. Отталкиваясь от исследования доктора Блэка, мы подтвердили гибель большой колонии Элдарма Мула. Да, хорошо пошло. Приблизительный размер 3-4 тысячи особей. Помимо ожидаемых симптомов, борозчатой мускулатуры, расширенных вен и потери меха, на телах найдены отметины от когтей и зубов, порванные мембраны, переломы шеи и конечностей, что согласуется с агрессивным поведением на поздней стадии у других групп животных. Не для протокола. Что это за инфекция такая? Целая колония ушанов порвала себя на куски. Хорошо, что меня там не было. Я помечу образцы для лаборатории. Я надеюсь, что доктор Блэк все же ошибается. Да, хотелось бы верить, что с этим они тоже ошибались, но вряд ли. Угу. Получается, какой-то пиздец произошел. Так, о, у меня очков нету, нет, запас сил, здоровья, надо теперь концентрацию на 2 будет, если что, вкинуть. А на 2 у меня не хватит в этой локации. В этой локации одна осталась, этот объект, один объект исследований. Запас сил иссяк. Иссяк наш запас сил. Так, а мы можем вот сюда вот успеем, да? Быстрый переход. Погнали. Так, ну по этой карте мы почти все зачистили. Осталось только одно место вроде как. Это вот... А, еще засадный лагерь где-то. И объект исследования Нера. Ну это вот здесь, мне кажется. Хер пойми, что здесь, но мне кажется здесь. Ну, возможно, вот тут еще что-то есть. Тоже хупами. Хупами. Ладно, все постепенно. Сейчас надо заправиться и ехать в другое место. И глушителей бы взять. Да-да, пустите. Да-да, пустите. Это же мой любимый клиент. О, у нас, кстати, да, у нас же тут новые эти запчасти пооткрывались. Дик, как дела? Да нормально. Эй, Дэймон, как жизнь? Неплохо. Это тебе точно нужно. Я эту пушку приведу в порядок. Одно улучшение готово. Стоящая вещь. Так, отлично. Заходи в любое время. Хорошо. Заходи почаще. Дикон Сент-Джон. Это я, держи уши. Ты принес трофеи? Конечно. Ха, ты без дела не сидел. Причем нормальное Покажи количество вроде все. Как. Тут тоже немножко как бы. Все. Вам хватит, по идее. Дикон Сент-Джон. Слушай, Дэймон. Дикон, дружище. Здорово, здорово. Лагерная жизнь, так. Да, Мэнни? Это у нас стоит. Это стоит. Вот, плюс патроны. В кофрах можно хранить дополнительные боеприпасы. Заполнить кофры можно любого торговца, заплатив соответствующую сумму. Варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Чтобы достать боеприпасы из кофра, достать их за часть, нажмите на пейке пробел. Окей. Ага, отличный выбор. О, плюс большой баг. Сейчас завернем. Давай. Рама? Нет. Это стоит. Ой, плюс колеса. А что они делают? 840 требуется, ёб твою. Будет что-то нужно, скажи. Да нужно, но не хватает бабок. Эй, Дик, как жизнь? Ну, как жизнь, Дэймон? О, заполнить. Что, кредитов маловато? Пока, Дик. Что, давай сразу съездим, давай вот сюда сгоняем. Вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Мне кажется, вот здесь засадный лагерь этих говнюков каких-нибудь. Нехороших.
А. Эй, постой. Тихо. Эй, Дика. Да тихо. Погоди-ка, я сейчас. Давай, давай. А, я нихера не заправился. Какой я молодец. Хорошо, хорошо, что я на бензобак посмотрел. Открывай. Дикон Сент-Джо. Дэймон. Подзаправим, без проблем. Ладно, ты заходи, если что. Пока. На все бабки и то не хватило. Рад видеть тебя. Так, ну поехали. Еле перелетел. Вечно забываю про эту фигню. Воу-воу-воу. Ну ладно, давай объедем. Чё? А в смысле? Значит, все... ну пипец. Можешь успокоиться, а? Ну, блядь. Да почему вы что, бессмертные? Есть. На жопе шерсть, блядь. Ебать патронов потратил. Ты чё тут нахер иди? Да почему я тебе в голову попал или чё? Или ты особо бессмертный какой-то? Да ты чё, сука? Ты, козёл, может, вылезешь, нет? Нет, не для тебя, да? Это херня какая-то. Ha!
припасы. Сука. О, ну что, козлина, ты вылезешь, нет, отсюда? Не хочешь, да, козлина? Я понял. И нахер я на тебя все это потратил сейчас? Там, короче, ничего не светит. Угу. Угу. Угомонись! Все? Ты не будешь вылазить, да? Я понял. Пошел ты нахуй! Козел, блядь. А? Я для него все зачистил. Думал, он сейчас вылезет. Он, может, забаговался. Нет, нет, только пошел в жопу. Так, нахер. Остатки лекарств. Да, сейчас пойдем. Открывайте, он свой. Закупимся, затаримся. Что тебе нужно? Ну, как жизнь? Разберемся. Пока. Давай, давай. А тут у меня 8000. Надо бы чуть-чуть сдать. А, они все равно мне не хватит. Дикон. Здорово. Что нового в Hot Springs? Хороший выбор. Тебе еще что-нибудь нужно? Оружие бы новое, но его не продаешь. Будет еще что-то нужно, заходи. Так, пока. Эта барышня звонила, она, кажется, у нее квест появился, да? Что нужно? Работа выполняется. Что надо? Ага, понял. Работа выполняется, базару нет. Да все, все, успокойся, пошли. Начинаешь тут идти еле-еле. Как жизнь? Да я просто хоть смотрю. Хоть жаху держись, поехали. Ну-ка, я могу, может, как-то переместиться поближе? Вот сюда, например, минус 73, минус 38, и тут проехать. Давай минус 38 и проехать. Сделаем так, да, так быстрее получится. Все, погнали. Олени побежали. Ди-ди-ди-ди-ди. Ладно, где? Сейчас поищем. На
Навык не растерял. Такер, я его нашел. Похоже, он, видимо, ждал кого-то. Тикнет. Ну, понятно, что от расстояния до цели. Чего? Отлини! Живым? Эй, Ром! Куда это ты собрался? Я ведь еще здесь, паскуда! Ладно, за что хорошего не хочешь? Эй, притормози, я ж поговорил! Тебя, Такер, поговорить послала? Да если бы я хотел тебя убить, ты мама уже труп! Как тебе, скотина? Еще один? Так ты просто быстро отстрелял его, мне кажется. Ну что, Роуч, как твои дела? Видишь, я же сказал, что не убью тебя. О, Дик, нет. Нет, нет, я ничего не сделал. А что убегал тогда? Такер считает иначе. Я так понимаю, Леон и Альварес смылись из лагеря с препаратами, а с тобой поделиться забыли? Нет, Дик, нет, нет. Нет-нет-нет, объясни мне логику. Я хочу понять, ты решил забрать все, что осталось, пока старуха не видит? О, Дик, у меня при себе ничего нет. Обыщи меня. Не, это не моя работа. Пусть этим займется Элкай. Все, отлично. О, плюс 300 ход спринг. О, плюс это. Он у меня. Дик, второй левел. Не бросай меня здесь. Элкай вышлет людей. Я знаю, что ты сделал с Леоном. Слышишь, Дик? Он пожалуйста. Жив? Препараты при нем? Да, Дик, да, жив пока. Пожалей но меня. Если хотите живым его и застать, пусть Элкай поторопится. Конец связи. Так, я теперь хочу очень жестко новое оружие. Да. Точно. Да, были друзья, но потом ты что-то делал, спиздил препараты. А они мне платят за это, мне еще похер. Дик. Пустите. Бухарь, ты меня слышишь? Алло. Да, Дик. Тупой вопрос. Ты не знаешь, где взять громовое яйцо? Зачем оно тебе? Да девчонку ту хочу хоть чем-то порадовать. Она такие раньше вроде собирала. Ну, глянь в сувенирной лавке у Белнап Крейтер или в Мэриан Форекс. Окей. Ага, ладно, спасибо. Что-то нужно? Да, новое оружие. Показывай, что есть. Урон минус дальность, точность темп, проникающая способность. У калаша она такая хорошая. Ну давай вот эту мощный, штуку возьмем. Бьет кучно. Тебе понравится. Магазин 4. Давай, коротыш. Состояние хлопца у меня плохое. Не надо. Да, ладно. Я буду здесь. Дай мне знать, если что-то еще будет нужно. Что надо? Выбор задания. Пойду осмотрюсь. А это где вообще? Куда нам надо? Ага, сюда нам надо. Вот это могу рядом переместиться? Да, вот сюда. Отлично. Байк заправил я уже. Я уже молодец. За байком своим пришел, да? Да, заправил. Давай тогда вот отсюда мы сейчас такие резко. А, блин, у нас уже время поджимает. Ладно. Руки как? Чистые? Но в следующей серии сделаем это все. Сохраняем игрульку. А ты не забудь подписаться на канал, жмякнуть на колокольчик и оставить комментарий, потому что это все сильно помогает развитию канала. Всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!